Бурдасов Владимир Леонтьевич. Родился 1 августа 1921 года на станции Чакино, ныне Ржакшинский район Тамбовской области. Командир батареи 102-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка гвардии лейтенант. В 1943 году Бурдасов сражался на Курской дуге, форсировал Днепр, освобождал правобережную Украину. 23 августа 1944 года, после того, как основные силы противника оказались в Яско-Кишиневском котле, началось преследование противника на территории Румынии. Батарея Бурдасова ворвалась в расположение противника. Артиллеристы прямой наводкой уничтожали вражеские огневые точки. Батарейцы Бурдасова захватили 5 орудий, 3 танка, много повозок с военным имуществом. Бурдасов неоднократно сам становился к орудию и бил по врагу прямой наводкой. Но в этом бою осколком разорвавшегося снаряда командир батареи гвардии лейтенант Бурдасов был убит. Похоронен герой в братской могиле в Молдавии. Летит